Лечение рака и его диагностика – современные технологии на академической базе. Специалисты из Ульяновской области и других регионов Поволжья собрались на 14-х модниковских чтениях. Медицинская конференция названа в честь выдающегося ученого и врача Олега Павловича Модникова. Федеральный проект «Борьба со злокачественными образованиями» и нацелен на то, чтобы самые современные методы лечения, самые современные методы диагностики дошли до граждан нашей страны. Новые методики появляются, передовые специалисты их применяют на практике. По мнению профессора Владимира Медленко, прогресс будет гораздо ощутимее, если россияне будут внимательнее следить за здоровьем. Например, проходить диспансеризацию и вовремя сдавать анализы. Как известно, ранние стадии раковых заболеваний легче поддаются лечению. Также необходимо работать над подготовкой молодых специалистов. Те преподаватели, которые будут их готовить, естественно, сами должны понимать, что нужно делать. И сейчас вот эта конференция, она как бы обучающая, она дает такое направление, целое направление, чтобы, в общем-то, захватить тот тренд, который, в общем-то, нужен при этой ситуации. 400 докторов приняли участие в конференции. Региональный Минздрав и Ассоциация онкологов России по традиции стали партнерами мероприятия. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.